Прям утречко. Всем привет. Маргарита занята. У нее утренние процедуры. Сдает тест. Если человек не болеет, у него нет симптомов, он все равно заставляет делать тест. Зачем делать человеку тест, если он себя хорошо чувствует? Да? Тяжелее всех встает Макс у нас. Где твой билетик на автобус? На рюкзаке. Не на рюкзаке, а в рюкзаке. В. А рюкзаке это вот прям сверху. На. Наверху? Да, вверху. Прям вот тут наверху. Вот. А когда внутри, значит в рюкзаке. Вот. Угу. Бонечка, Бонечка. Она меня напугала, знаешь, как сегодня? Я захожу, она лежит у себя на кроватке. Не шевелится вообще. Я же обычно, когда ее зову Бонни гулять, она же сразу встает. А она лежит, я вижу, что у нее глаза открыты, она даже не моргает, не шевелится. Ну, неужели что-то случилось? Самое страшное в голову сразу лезет, что собака умерла. Я такая ближе-ближе подхожу, такая, Бонни. И она такая ухом чуть-чуть пошевелила, у меня же сразу. Вот реально она вообще не шевелилась, она лежала как мертвая. Давай-давай, пошли быстрее. А то опоздаешь. Не хочу. Я знаю, что ты не хочешь. Я тоже не хочу. Я на завтрак решила испечь блинчики. Навела тесто, не знаю. Я обычно полную кастрюлю теста навожу, а тут половину. Так что быстренько. Папа у нас сегодня не работает. Детки в школе. Я пока блинчики напеку. Дети пришли. Ой. Успела. Как дела? Хорошо. Хорошо? Круто было. Круто было? Замечательно. С блинчиками сейчас будем кушать. Ручки мой. А у меня 4 всего. Тебе посылка пришла. Да? Да. Вот 2 дня дошло. Наконец. Камрус от двух. Посмотрим, посмотрим. Дебокс из Лифа Андерш. Хватит лих. Крыси зеленые. Это как у Ксюши, только у Ксюши низенькие, у Ксюши кроссовки. Я тоже такие хотела. А это уже. Они очень прикольные. У них платформа такая. Круто. В Америке. 8,5. Это 39. Нет, это вот 38,5. Ты заказала 2,38. 8,5. Я даже 37, Ксюша. Я думала, что ты взяла 8. Если 38,5 будет как раз, лучше бери 39. Дольше проносишь, потому что нога вырастет еще. Это 39? Зато на следующий год не маленькие. Да? Ну вот. Ножка как раз вырастет. Удобно? Да. Что ты в маске вообще? Да, потому что я в автобусе была. 38,5. Это 39. А какой у нее размер? Ксюша? 36 или 37. У тебя 37. 36 уже маленький. 37. Ну, 37 на вырост. Как раз. Нужно 37, да. Я ему глаза закрыла. Два, три. С днем рождения тебя, папочка. Такое ощущение, что у бабушки свой магазин Apple, да? Кто-то у нас на очереди следующий. Ты. Ну, Макс, Каролина, они же маленькие еще. Да, сюда, да, сюда, вышли. Синий, не черный, а синий, да? Темно-синий. Стекло вот выпуклое. Это другая модель. У Маргариты SE, а это серия 7. Посмотри, 7-я серия. Маргарита поехала на коньках кататься. Без нас. Нехорошая. Мам, нужна прививка. Вообще-то это
Это ваша вина. Вы не хотите делать да. прививки? Без прививки нельзя. Каток, хотя на открытом воздухе. И кататься будете в масках, да? Кататься в масках даже. Ну, детям до 16 лет прививка не нужна, а нам, мы родители, мы без прививки, нам нельзя. Даже посмотреть нельзя зайти. Так что мы сидим дома. Ксюша не хочет. А Маргоша поехала с подружкой. Куртку возьми обязательно. Потому что все равно кататься там холодно. Лед еще тем более. Какую куртку? Где розовая? Сейчас жарко здесь. Сейчас, да, здесь жарко. Давай, пока. Телефон взяла? Ой, забыла. Все, пока. Пока, мам. Пока. Чтобы дома не сидеть, не скучать, поехали кататься. На скейтборде, на скутере. Ты на скутере, Макс? Да. Да? Ксюша на своем скейтборде. Ты шлем взяла? Макс, ты был здесь раньше? Да. Да? Это школа? Наверное, да. Прикольно тут. Пришли. Площадка такая. Баскетбольная, футбольная. А там мокро. Ксюш. Ксюша, там мокро? Я думала, она повыше. Не, она высокая. Ты пробовала уже? Да. Тормози, Каролина. Все, пошли мы в другое место. Неудобно там. И эта горка, она мокрая, скользко на ней кататься. Давай, давай. Ксюшка уже ушла. Во, поворачивай, поворачивай. А теперь можно отпускать. Вот здесь покатаемся, никого нет. Здесь тоже есть такие вот горки. Это же была, я что-то боюсь. Давай. Катались? Нет. Нет, мне не нравится. Ну, поехали на ту возле школы, другой. Эбикон. А может, там уже нет никого? Мы сейчас мимо будут проезжать. Может, там нет никого? Но здесь не очень вообще ужасно. Да? Неинтересно здесь кататься. Солнышко садится. Померяй, пожалуйста, вот эту одежду. Если что-то не подойдет, я верну. Я не думаю. Это что? Я тебе взяла вот такие джинсы. Модно сейчас. Смотри, какие они широкие. Померяй, я посмотрю. И смотри, вот тебе на Хэллоуин костюм. Смотри, скелет какой. Это штаны и кофта. У вас в школе будете отмечать Хэллоуин? Да. Вот пойдешь в школу в костюме в этом. Это для спорта тебе. Для спорта? Да. В общем, проехали мы мимо другой скейтбордной площадки. Она там очень было много народу, поэтому мы поехали домой. И сейчас... Давай. В школе. Теперь. А, нет, завтра у тебя нет школы, потому что учительница заболела. Как раз? Угу. Ну, отлично. Нравится? Угу. Подошла? Угу. Рукава. Я думала, что она тебе будет маленькая. Нет, нормально? Да, нормальная длина. Угу. А, спасибо. Пожалуйста. Носи на здоровье. Вот я еще куртку ей взяла. Да. Это в Заре я брала. Хотела одну, но размеров не было. Пришлось взять эту. Но она ничего такая. Она длинная, ниже попы. По-моему, даже до колен. Такая тепленькая. Она и на осень, мне кажется, подойдет, и на зиму. Ну-ка. Не можешь застегнуть? Давай я помогу. Все. Ну-ка, пройди. Во, классно. Она так небольшая? Нет, сюда иди. Нет, небольшие, хорошие билетики. Ну-ка, с курточкой надень. Куртка мне очень понравилась. Я бы себе такую тоже купила. Во. Ну все. Нравится? Mm-hmm. Ну, самое главное, тебе нравится. Видите, я угадала с размером прям. Четко. Четко угадала. К осени готова. Мадам, твоим ботиночкам подходит? Давай другие надевай теперь штаны. Давай вот эти, они теплые. Здесь вот
с подкладкой. Вот, видите, какие они тёпленькие. Да, когда холодно как раз. Вот это. Так это я в H&M брала. Заре я только взяла куртку и шапку. А еще перчатки есть. Я одеться пойду. Так, вторые штанишки тоже сели хорошо. Я думала, что они будут большие, сильно длинные, но нормально. Теперь мере этого костюм скелета. Посмотрим. Классный костюм. Хотя, знаете, размер этого костюма на 140 сантиметров, на 9 на 10 лет. Ну и как раз абсолютно. Повернись, вот так вот. Вот, здесь вот скелет, и здесь скелет. Классный костюм. Максу я тоже купила обувь, это Зара. Они не промокают, но очень хорошо ему будут такие вот. Каролине я тоже в Зара покупала вот эти ботинки. И знаете, мне не очень понравилось качество, потому что, смотрите, вот она буквально пару раз поносила их, и вот здесь вот нитки вон торчат уже. Это вот что такое? Изначально не торчали никакие нитки, вот она их поносила несколько дней, и повылазили нитки. Это ужас просто. Ужасно. За такую цену, конечно, такое гэм. У Макса посмотрим, как пойдет. Хорошие, нехорошие, нужно проверить их. Ну, я сейчас буду готовить ужин. Хочу пожарить грибы. У меня остались макароны. Пожарю грибочки со сливками и вот с макарошками. Почему Маргарита сказала, что это некрасивые штаны? Это модные штаны. Что тебе не нравится? Рассказывай, как ты покаталась. А что так быстро? Сколько часов катались? 3 часа. 3 часа? Народу много было? Нет. И сколько стоит вход? 2,50. 2,50? Если с твоими коньками. Ну, она то не дура. А за коньки там можно еще платить? Да. Сначала покупаешь билет, потом приходишь. Да, я, мы же там были. Да. Там это солнце светило на лед. На лед. Он таял. Да. И потом мы там катались. Потом тут мальчики пришли. И они все время вот так вот же можно. Брызгали, да. И они на нас брызгали. Я вся мокрая была. Все, я забыла заснять, как я сливки заливала. Ну, в общем, я просто заливаю сливками. Где моя девочка? На бабули ставь. Бабули. И бабушку за вену там разговаривай. Это мне. Садимся кушать. Ксюша, Маргарита, Карина. Мама, кто гитару вытащил? Гитару? Не знаю, я не трогала. Хорошо, что тут печенюшки лежат в кусту. Можно одну? Да. Кукис. Ты втихаря кушаешь? Ночью? Ночью кушать печенюшки. Ксюша тоже печеньку стащила? Да. Ты почему без разрешения взяла? А? Потому что... Все, закончила свои процедуры. Вроде полоскаем. Закончилось. Да, закончилось. Давайте все. Время уже 9 часов. Телефоны убираем. Почему вещи разбросаны? Это не мои. А чьи? Макс. Макс твои? Макс. У меня только... Давай, это постирать, наверное, нужно, да? Да, стирать. Оставь там. Все, ложимся в кроватку спать. Завтра рано встать. А я так пойду спать. Да, игрушки. Посмотри. Игрушки убирай. Я не сама. Давай, не давай. Сама. Давай, давай, убирай. Давай, убирай игрушки. Ну, я так пойду. Убирай. Надо кидаться подушкой. Каролина. Все, ребят, будем мы отдыхать. На кровать не залази в грязных носках. Как всегда начинает играть. Как только спать, так сразу играть. Все, давай, убирай. Пачки. Всем пока. Носки снимай грязные. Ага. Давай. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Всем пока. Спокойной ночи.